Ее легенда 3х6 изготовлена из оцинкованной трубы, стойка и арка 40 на 40 на 1,4 мм, прогонная часть 20 на 20 на 1,2, если быть точнее, 1,1 по допуску завода. Система подвязки, горизонтальный усилитель, вваренный усилитель на арках, поликарбонат, здесь мы установили полигаль стандарт 0,8 плотности, форточный блок термопривода чуть-чуть начался открываться, дверь с форточкой, форточка стеновая на газлифтах, форточка стеновая на газлифтах, в этом торце форточка торцевая. Все фиксируется на крючок. Также ручка, замок двухсторонний. Обратите внимание, можно с одной стороны и с другой стороны зайти и закрыться. Отлив, обрамление шикарное. Все в комплекте. Конек двойной. Все в цвет. Саморезы, обрамление, шайбочки. Отлив на бетонный фундамент. Z-образный. Защита сот по низу везде. С перфолентой. Такая вот получилась у нас красота. Все, теперь все закончили. Погода нам способствовала. Теперь такая вот шикарная теплица.